Экспозиция выставки восхищает своей красотой и духовным значением. Взор гостей привлекает каждая икона, складни тонкого письма и фасадные, которые пишутся на камнях. Последние размещают снаружи церквей. К слову, подобных икон немало. На внешнем облике храма Святой Троицы в Сходне они достигают до 3 метров в высоту. Конечно же, на выставке представлены и киоты, как простые, так и профильные. Они разработаны из массива дуба, рассказывает автор работ Игорь Дрождин. Ранее как бы считалось, что икона без киота и без оклада, они как бы голые. То есть икона должна находиться вот в таком вот обрамлении. И поэтому у нас практически все иконы на выставке, они представлены в этих киотах. Мастерской Игоря Дрождина, который находится в Химках, более 30 лет. Автор занимается практически всеми видами церковного искусства. Это реставрация икон и роспись фресок, и изготовление мебели. Есть также работы по металлу и стеклу. Не только в жизни, но и при создании таких шедевров с иконописцем всегда рядом – жена Ольга. Кстати, супруги вместе стояли у истоков основания мастерской. Семья Дрождиных приятно была удивлена предложению провести свою собственную выставку в картинной галерее имени Сергея Горшина. Монтаж экспонатов проводили сотрудники выставочного зала. Мы поражены тем высоким уровнем профессиональным произведенного монтажа, развеса икон по темам и вообще по пространству этого выставочного небольшого помещения. Большая благодарность от нас всем сотрудникам, всем, кто принимал участие. Это первая подобная выставка в этой картинной галерее. Символично, что для жителей и гостей Химок экспозицию представили во время Великого Поста, перед главным православным праздником – Пасхой. Каждая икона несет свой смысл, и люди православные, я подчеркиваю, всегда к иконе могут обратиться и попросить святого той или иной помощи, которая необходима конкретному человеку. Игорь Дрождин воплотил в жизнь около 40 иконостасов. Каждая работа уникальна. Прикоснуться к прекрасному и духовному может любой желающий. У посетителей есть возможность узнать больше о художественном стиле русской иконы, познакомиться с процессом и технологией создания таких работ. Всего в экспозиции более 30 произведений. Выставка «Азбука иконописи» продлится до 9 июня. Анастасия Кравцовская, Вильфрид Демпковский. Новости Химки ТВ.